Добрый день! В эфире проект «Лучшие 30 лиц за 30 лет независимости в моем населенном пункте». И с вами я, его ведущая Тукташева Олеся. Только не говорите, что вы, побывав в Карабалыкском районе, не слышали, как поют задорные девчонки из группы «Хуторянка». И вы не знаете, что сама группа не единожды являлась победителем районных смотров художественной самодеятельности. Да, действительно, ни один праздник на селе, в районе не обходится без звонких голосов хуторянок. Инициатором и идейным вдохновителем этого коллектива является Евтухова Валентина Николаевна. Она же в прошлом заведующая Тагузакским сельским домом культуры, а в настоящем счастливая жена, мама, бабушка. Валентина Николаевна – человек, который всей душой любит свою работу. Профессионал своего дела, и доказывает она тем, сколько сил, времени, эмоций, переживаний вкладывает в свое творческое дело. Валентина Николаевна, расскажите немного о себе. Я родилась в поселке Святославка Карабалыкского района, окончила школу, поехала в Челябинскую область, закончила училище на швею-мотористку. Но это дело не по мне. Швея – это дело такое, что нужно сидеть на одном месте, а я человек не такой. Поэтому я вернулась в родную деревню и пошла работать заведующей сельским тоже домом культуры. Поработав немного там, волей судьбы, я вышла замуж в Тагузак и здесь проживаю почти 40 лет. После того, как я приехала в поселок, меня сразу приглашали заведующим домом культуры. Ну, как бы я немного побоялась, детки были маленькие. Но по истечению срока в 2004 году, волей судьбы, я все равно пошла работать в культуру. Вы являетесь инициатором вокальной группы «Хуторянка». Как долго она уже существует? Вокальная группа «Хуторянка» существует уже почти 18 лет. Расскажите о возникновении «Хуторянки». В январе 2004 года я пришла работать заведующей сельским домом культуры села Тагузак. Дом культуры тогда был на балансе, а вот тагузакский элеватор. Что входит в обязанности сельского заведующего дома культуры? Это нужно проводить культурно-досуговые мероприятия для населения. Значит, надо организовывать хор, вокальные группы, какие-то кружки. Собирали народ, обговаривали, разговаривали, приглашали людей и решили собрать вокальную группу. Самые активные люди отзывались очень хорошо, и у нас группа собралась в количестве 10 человек. Возник вопрос, как назовем группу. Были разные предложения: «Рябинушка», «Селяночка». Но вот «Хуторянка» — это было без обсуждений. Сразу же нам понравилось это предложение, и мы назвали группу «Хуторянка». В то время работала за библиотекой Фиданова Роза Рашидовна. Она нам очень-очень помогала в организации всего этого. Вопрос, как с музыкальным сопровождением. Спасибо директору «Элеватора». Он нам выделил 0,5 ставки, и с нами стал работать Ковалик Сергей Алексеевич. В течение этих лет состав «Хуторянки» менялся. Но основной костяк до сих пор поет. С нами работал Шабалин Сергей Владимирович. В данный момент безвозмездно работает Лысов Владимир Викторович и поет вместе с нами. Вот так работает наша группа. Живет. Расскажите ваши самые знаменательные достижения, которыми вы гордитесь. Достижений много, наград тоже. Мы принимали активное участие в областных смотрах, в районных смотрах. Ты, наверное, обратила внимание, когда заходила, и население, которое приходит к нам в сельский дом культуры, что на стене висят наши награды. Их, конечно, немало. Самой большой наградой у нас было в 2008 году. Мы выиграли, мы победили в районном смотре художественной самодеятельности, взяли гран-при. И в приз нам дали телевизор, который, в общем-то, нам помогал
здесь же и караоке, и работали, мы пели даже, включая этот телевизор. Мы были рады этой награде, так как с аппаратурой было очень сложно. Сформулируйте слагаемые успеха вашего творческого коллектива. С песней по жизни. Поем, пели и будем петь. Вы ведь не только занимаетесь вокальным творчеством, но и являетесь руководителем НБО села Табузак. Что это дает для развития села и какие проекты уже реализованы? Реализован проект неправительственной организации «Виленскому бору. Долгую жизнь человеку. Памятник природы». В планах был проект «Чистый берег». Хочется очистить берег, сделать пляж для деток. Но не так-то все это просто. Стараемся. Общее пожелание молодому поколению и жителям села. Жить, петь, любить. Любить родной край, воспевать его, быть активным в жизни сельского дома культуры. Сейчас в это непростое время очень сложно, но нужно жить и любить. Всем здоровья! Валентина Николаевна, спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашем онлайн-проекте. Но, зрители, мы с вами еще не прощаемся. До новых встреч! Yeah.